Женщина, которая пострадала при взрыве газа на Орджоникидзе-6, умерла в больнице. Информацию подтвердили в региональном Минздраве. 2 июля в квартире на 5-м этаже жилого дома произошел хлопок бытового газа. Травмы получила хозяйка квартиры, женщина 64 лет. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное, но спасти ее не удалось. По факту взрыва следователи проводят проверку, а эксперты администрации города признают, что дом нуждается в капитальном ремонте. Жильцов 4 и 5 этажей временно разместили в гостинице. Остальным разрешили вернуться в свои квартиры.